В четверг в районном центре стартовал второй этап всероссийской акции «Сирень Победы». Данная акция проводится с апреля по май во всех субъектах Российской Федерации. А сирень – это символ весны, светлого праздника. Это память о тех, кто защитил нашу страну в Великой Отечественной войне. Это символ победы. Добрый день, уважаемые гости и дорогие друзья. Сегодня мы с вами собрались здесь на очень важное всероссийское мероприятие «Сирень Победы». В мае 1945 года советских солдат-освободителей, возвращавшихся домой, встречали ветками сирени. Именно поэтому сирень стала символом победы, знаком памяти о тех, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Далее ко всем собравшимся обратился глава района Заур Хамирзов. Я хотел бы выразить слова благодарности старшему поколению, которое и в прошлом году принимало самое активное участие в этой акции. И сегодня они присутствуют здесь вместе с нами. Я хотел бы обратиться к молодому поколению, которое вот сегодня здесь очень активно принимает участие в данной акции. Никогда не забывайте, что произошло в 45-м году. Вот эта память, которую мы должны хранить обязательно в своих сердцах, она должна присутствовать в наших поступках, в наших мыслях, в наших сердцах. В прошлом году в рамках 70-летия Победы возле обелиска в память павшим в боях Великой Отечественной войны было высажено 70 саженцев сирени. В этот раз участниками акции было посажено 30 кустов. Мероприятие проводилось с целью объединить всех в общем деле – посадки памятных деревьев в честь 71-й годовщины Великой Победы. В этом добром деле активное участие приняли администрация Кашхабльского района, администрация поселения, ветераны войн и труда, представители общественных организаций, трудовые коллективы районного центра, учащиеся двух школ аула Кашхабль. Пока взрослые были заняты высадкой саженцев, для детей была организована акция детских рисунков на асфальте на тему «Мы в мире, дружбе будем жить». Для всех присутствующих в этот день также выступил коллектив «Секрет», руководителем которого является Белла Цаликова. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье мероприятия. Юными участниками акции были выпущены в небо разноцветные шары. 5, 4, 3, 2, 1.
Также все желающие могли отведать настоящую солдатскую кашу, приготовленную с душой.